Уважаемые владельцы, давайте поразминайте собак, а? Неразмятые собаки. Вот эти встанем, будем смотреть. Так, что-то придушивается. Так, давайте, он не бежит так, как он должен бежать с этими ногами. Да, дай свободе. Ты можешь, положено даже во что не сдержать. Молчать. Нет. Стой. Грейс. Сейчас глаз получишь. Это как собачка бегает хорошо. Ну то, что некоторые. Все, спасибо. Отлично. Ой. Сидеть. Алло.
А ветераны не сравниваются? Давай сделаем так. Все против. Столько, что хотите, что и делайте. Руками, вторая, что ли, будет только кулаком работать. Нельзя. Сидеть. Иди, хозяйка, сама выставляйся. Я сейчас тебе в лоб дам. Какие-то дикие собаки. А есть лучшая шея? Хорошенький такой.
такой красивый, начесанный на грязь. Да, уже развалился, фиг с ним. Элегантная шерсть за грибком. Хорошо выполнено. Широкий. Умеренно длинный. Плечо наклонное. Хороший угол ФЛС. Хороший размер суставов и углы задних. Очень хорошая форма ребра. Широкий верх, хорошо мускул. Поехали. Складка на уши.
шея с выраженным загривком, верх широкий, длинная лопатка, достаточно длинное плечо, правильное предплечье. Что это все? Стоять? Голень длинная, бедро длинное. Круг. Вперед, стоять. Круг достаточно широкий. Умеренный длинный. А ее не было, по-моему. Ребро должно быть круче. Еще не помню. Но опущенного правильно. Хорошо. А, да, да. Ну давайте вдвоем, синхронно, параллельно. Я готова отдать Грейс. Грейс, сидеть. Так, вот только сцепитесь мне, я вас побью обоих. Привет, я не филоню, я, видишь, операторствую. Ну, отлыниваешь однозначно от бега. Почему? Я почетный оператор. С этой? С пушистой? Слегка горцующая. Слушай, как целание, все понятно. Ладно, стойку. Стойку вы. Лучше стоять. Давайте так. Сюда отлично, сюда очень хорошо. Ну что, мы сравниваем двух этих? Или не надо? Да. Ну давайте. Что, кобеле? Кобеле. Грейн, сама. А, она. Давайте здесь стойки давайте. Для кто в стойке будет лучше. Ну они брат, сестрой. Грейс, ну блин. Давайте Гришу я выберу.
Ну, не знаю. Жирненькие мы очень. Жирненькие, жирненькие, это не дрищеваться. Ну, жирненькие. Не переживай, не жирненькие. Тяжеловато она. Клиника, понятно. Ну, что скажешь, Грейс, пошли в сумочку. Мы свою футболку забрали. Ой, подержи, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, стойте там. Спасибо. Теперь сделаем так. Так, собаки, успокоились. Спортивно, это уже бегать. Вот я задам вам спортивно. А до этого-то мы какие ушли. Давай. Мне можно пенсионерский? Я же почти не пенсионер. КМС. Так, лучший длинный кабель. Нападающий. Ну,